Ну, сложно сказать по поводу уровня подготовки шахматистов именно в профессиональном плане, но я считаю, что просто уроки шахмат в школе – это полезно. И у нас они были в первом, во втором классе. Я думаю, это просто для развития детей полезно. Ну, по поводу Франции и Германии, мне кажется, сюда есть отбор какой-то строгий достаточно, и поэтому, ну, понятно, почему их нет, они просто не вышли. А китайская шахматная школа, они сейчас очень много работают. Я не знаю, как проходит подготовка в данный момент, но обычно у них всех собирали команду и мужскую, и женскую. Ну, много они работали вместе. Я думаю, 50 на 50. И то, и другое важно. Наверное, последний тур, потому что это последний тур, он всегда запоминается ярче всего. Сенсацию сложно сказать. А можно ли к этому причислить победу сборной России на чемпионате мира? Это сложно назвать сенсацией. Я думаю, мы скорее сенсация, не сенсация, а странный момент в том, что мы еще не занимали первое место на чемпионате мира.